Всем привет! Приветствую вас на канале кулинарных рецептов про вкусняшки. Сегодня мы будем готовить салат мимоза с сыром. Для этого нам потребуются следующие ингредиенты. 4 вареных яйца, 100 грамм твердого сыра, 1 банка консервированной рыбы в масле 200 грамм, 100 грамм охлажденного сливочного масла, 2 луковицы, соль, майонез. Чтобы приготовить наш салат мимоза с сыром, необходимо подготовить все продукты. Лук порезать мелкими кубиками, выложить в глубокую емкость, влить 1 столовую ложку уксуса и добавить воды столько, чтобы она полностью покрыла лук. Дать луку промариноваться 20 минут, затем жидкость слить. С рыбы слить масло, удалить косточки и размять вилкой. Яйца очистить, разделить на белки и желтки. Все подготовленные продукты выкладываем на блюдо слоями в следующей последовательности и формируем салат мимоза. Первым слоем выкладываем натертые на мелкой терке яичные белки. Немножко присаливаем. Второй слой – натертый на мелкой терке сыр. Смазать майонезом. Третьим слоем выкладываем половину нормы размятой консервированной рыбы. Четвертый слой – натертое на мелкой терке сливочное масло. Пятым слоем – разложить маринованный лук. Шестой слой – вторая половина нормы размятой консервированной рыбы. И смазать майонезом. Украсить салат натертыми на мелкой терке яичными желтками. Дать салату настояться минимум 30 минут. Салат мимоза с сыром готов. Попробуйте приготовить его и вы. Жду ваши отзывы и комментарии. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы узнать еще больше интересных рецептов вкусняшек.